Югра – один из самых безопасных регионов России. Кто они? Спасатели, охранники, служители правопорядка, общественной безопасности. Благодаря незаметной работе которых Северный округ стал одной из самых благополучных территорий страны. Попытаемся разобраться в этом в канун Дня спасателя с экспертным сообществом. В прямом эфире проекта «Здесь и сейчас» телеканала «Югра» Михаил Епихин. И представлю моих сегодняшних экспертов. Роман Артамонов, Государственная противопожарная служба Главного управления МЧС России по Югре, Алексей Амелечкин, управление Росгвардии по Югре, Александр Никитин, поисково-спасательная служба Центра Спас Югория, Станислав Тышкевич, Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Югре, Полина Фурсова, поисково-спасательный отряд Югра, город Ханты-Мансийск, Иван Шевцов, база авиационной и наземной охраны лесов Югры. Итак, начинаем. 27 декабря в России отмечается День спасателя. По сути, к нему имеют прямое отношение несколько структур. И первая из них – МЧС. Сотрудники МЧС тушат пожары, обезвреживают бомбы и приходят на помощь по первому зову. В конце 23-го года российский корпус спасателей, сегодня известный как МЧС, отметит 33-ю годовщину со дня основания. За три десятка лет пожарные, медики, диспетчеры, сотрудники гражданской обороны и члены поисковых групп спасли более 2,5 миллионов человек, ликвидировали более 30 тысяч чрезвычайных ситуаций, потушили 7 миллионов пожаров и обезвредили 2 миллиона взрывоопасных объектов. С нами на связи Роман Васильевич Артамонов, заместитель начальника Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Югре. Приветствую вас. Что сегодня представляет из себя пожарно-спасательная служба Югры? Добрый день. Добрый день. Ну, на сегодняшний день это серьезная группировка, которая обеспечена средствами тушение, средствами спасения. Это подготовленные специалисты. Если все-таки прибегать к цифрам, да, то на сегодняшний день противопожарная служба Югры в целом это более 10 тысяч человек, куда входят как федеральная противопожарная служба, противопожарная служба субъекта, частная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана. Это более 1000 единиц техники и средств тушения. В целом на дежурстве осуществляет, что значит на дежурстве, это в минутной готовности к реагированию по тревоге, осуществляет дежурство на территории нашей Югры, это более 1600 человек и более 500 единиц техники. Роман Васильевич, вот когда готовились к этому эфиру, редакторы мне задали вопрос, на который я не смог ответить. Может быть, вы сможете ответить. Когда случается пожар, кто приезжает? Какая служба? Приезжает служба пожаротушения, пожарная охрана, именно пожарно-спасательные части, которые базируются на территории населенных пунктов или где-то на объектах топливно-энергетического комплекса. Те ближайшие, которые к данному объекту расположены, те ближайшие пожарно-спасательные части. Понятно. А вот как новые технологии, техника приходят в вашу работу? Ну, здесь что вам могу сказать? В принципе, мы активно на сегодняшний день используем те же самые беспилотные летательные аппараты, как и при тушении, будь то техногенного пожара, будь то лесного пожара, да, или ландшафтного пожара. Также, ну, сейчас проводим мероприятия по опробованию робототехнических комплексов. То есть внедряются, совершенствуются пожарные машины. То есть это не просто тот наш старый, добрый, 130-й ЗИЛ, который выходец еще из 70-х, 60-х годов. Сейчас уже управление всеми коммуникациями, всеми системами, в большинстве своем это программное обеспечение, то есть на пожарном автомобиле. И водитель уже занимается практически как оператор, не используя там силу, да, и переключая рычаги, а уже нажимая на кнопочку.
и уже после нажатия подается там огнетушащее вещество или происходит заправка пожарного автомобиля водой. Угу. А с какими все-таки показателями завершаете 23-й год? Ну, итоги подводить маленечко, конечно, рано. За 11 месяцев у нас на территории субъекта зарегистрирован 2021 пожар, вот, на котором погибло, к сожалению, 42 человека, из них 2 ребенка. И 78 человек получили травмы, также 4 ребенка. Но здесь вся эта статистика идет, скажем так, в динамике к снижению с сопоставлением с прошлыми периодами. То есть у нас снижение по количеству пожаров, снижение по гибели людей, снижение по травмированным людям на пожаре, гражданам на пожаре и, соответственно, увеличение суммы по спасению материальных ценностей. А вот этот анализ по снижению все-таки, это результат вашей надзорной профилактической работы? Если да, то вот если коротко, а как вы ее осуществляете? Да, конечно же, это и профилактическая работа. Осуществляется она в повседневном, я бы сказал, даже в круглосуточном режиме. Ведь начиная с учебных заведений, здесь все наши коллеги, включая также и добровольцев, и волонтеров, направлены на то, чтобы привить жителям Югры, все-таки привить именно культуру безопасности, да, куда входит как раз и соблюдение мер пожарной безопасности. Что касается ежедневной работы, ежесуточной, это и подворовые обходы граждан, то есть доведение информации, что ни в коем разе нельзя без присмотра оставлять там электроприборы, нельзя баловаться спичками, да, до детей. В свою очередь, из инновационных таких, скажем так, мероприятий, это работа по созданию в образовательных учреждениях комплексов, полигонов для воспитания детей и тренировки детей по реагированию в ситуации, когда возникает пожар. То есть это модель кабинета, модель какой-то там квартиры, где так или иначе, да, может в любую секунду произойти там возгорание. И уже на этом фоне дети тренируются, какие действия им предпринимать, что делать. И это осуществляется на сегодняшний день на территории субъекта. Внедрено уже таких полигонов порядка 84 единиц в 22 муниципальных образованиях. Отлично. А вот не могу не спросить в финале. Пожарно-прикладной спорт, по которому у Югры там отличные показатели на фоне всей страны. Это вот часть профессии, ежедневной работы или это такое хобби, когда этим занимаются вовне рабочее время? Ну, что касается пожарно-прикладного спорта, этот вид спорта, он наш, опять-таки повторюсь, прикладной, служебный. И на сегодняшний день, вот именно сегодня мы празднуем 20 лет нашей команде главного управления, которая лучшая в Российской Федерации. И в этом году в очередной раз доказала именно свое мастерство. Да, вот 20 лет тому назад все начиналось с того, то, что приходилось привлекать и, скажем так, заинтересовывать людей из других субъектов, именно профессионалов, мастеров. А на сегодняшний день, спустя 20 лет, это та повседневная работа, опять-таки, с детьми. И на сегодняшний день мы уже имеем своих выращенных мастеров спорта, своих чемпионов. Одна из, скажем так, звезд и на уровне даже мира лидер в женской сборной – это Чендакова Екатерина. Все мировые рекорды, которые есть по данному виду спорта, это вся ее целиком и полностью заслуга. А данную вот
тренировочную деятельность. Мы осуществляем практически по всему субъекту. Это у нас Нижневартовск, Сургут, Федоровка, Линтор, Югорск, Нефтеюганск. Вот в этом году нам удалось открыть секцию пожарно-спасательного спорта в городе Ханты-Мансийске, то есть в столице нашего округа. И я думаю, то, что детям это будет интересно. Мы для себя понимаем, что сегодня это ребенок, которого заинтересовал этот вид спорта, а завтра это наш коллега, который будет стоять также с нами, да, на страже и на рубеже. Спасибо, Роман Васильевич, за исчерпывающую информацию. И с наступающим вас профессиональным праздником. Мы движемся дальше. С нами на связи Никитин Александр Анатольевич, спасатель Ханты-Мансийского мобильного поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы Центра «Спас Югорье». Приветствую вас. Каким выдался нынешний 23-й год для вашей службы? Звук включите, пожалуйста, не слышим вас. Да. Ага. Да, еще раз приветствую. Нет, не слышим все равно, звук не включили. Да. Ага. Небольшой у нас затык с коммуникацией. Все, звук восстановили. Еще раз вас приветствуем. Да, и еще раз вопрос свой повторю. Каким выдался этот нынешний 23-й год для вашей службы? Приветствуем вас. Нет, что-то со связью. Проблемы со связью. Движемся дальше. Попробуем переподключиться. И тогда слово нашему следующему спикеру. Амелечкин Алексей Юрьевич, помощник начальника отделения обеспечения участия войск в охране общественного порядка и охранных мероприятий управления Росгвардии по Югре. Приветствую вас. В Югре стартовала всероссийская акция «Росгвардия. Безопасный Новый год». Что за проект? Какие цели? Рассказывайте. Ну, это ежегодный информационно-профилактический проект Росгвардии «Безопасный Новый год». Стартовал он в середине декабря. Он направлен на информирование граждан о мерах безопасности в период празднования новогодних праздников, Рождества Христова. Значит, порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также способы защиты личного имущества и от преступного посягательства. На маршрутах патрулирования, в постах охраны порядка, сотрудники вневозрастной охраны напоминают жителям населенных пунктов округа о возможных фактах мошенничества и просят быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций. Раздают гражданам тематические буклеты с информацией о ведомственных охранных услугах. На тот случай, если жилье как бы останется, так сказать, когда люди покидают жилье, разъезжаются, возможно, посягательство на него. Значит, также принимают участие в комплексных проверках безопасности учебных учреждений. В составе межведомственных комиссий мы проверяем исправность систем тревожной сигнализации и готовность работников частных охранных организаций к действиям перед чрезвычайной ситуацией. Кроме того, с персоналом учебных заведений также проводятся занятия. Правильно я понимаю, Алексей, что массовые мероприятия ваши сотрудники как раз принимают участие в обеспечении безопасности этих массовых мероприятий практически всех на территории округа? Да, все непременно. Росгвардия принимает, все подразделения Росгвардии задействуются при участии в охране общественного порядка, при проведении массовых мероприятий, таких масштабных, как Новый год, Рождество Христово на сегодняшний день. Значит, во взаимодействии с МВД, то есть совместно участвуем мы и спецподразделения, и подразделения вневедомственной охраны. Вот как раз по взаимодействию с другими силовыми и правоохранительными органами. У вас это взаимодействие происходит только при проведении массовых мероприятий или вообще во всей повседневной работе?
взаимодействие налажено во всей повседневной работе и деятельности, иначе намного сложнее осуществлять деятельность каждому из подразделений, потому что это, можно сказать, звено одной цепи. В этом случае только получается слаженно работать, когда ежедневно мы находим взаимодействие и тонкую грань вот этого чувствуем и видим. Угу, да. Ну и не могу не спросить, продолжая то, о чем ваш коллега говорил по МЧС, по спортивной теме. 13 мастеров спорта международного класса, более 100 сотрудников со спортивными разрядами. Вот не каждое ведомство предъявит такие результаты. Вот спорт – это часть вашей работы или, опять же, это хобби такое популярное у росгвардейцев? Каждый думает по-своему, но скажу честно, конечно же, это часть нашей работы, поскольку не будет спорта в нашей работе, не сможем мы оказать, так сказать, организовать безопасность граждан, не спасти их на улице, не где-то в какой-то сложившейся сложной ситуации. Вот, поэтому, конечно, мы тренируемся, мы занимаемся, у нас очень, как говорится, много чемпионов, вы сами уже сказали об этом, в основном это в спецподразделениях, это ОМОН и СОБР, поскольку там как бы основная масса проявляет себя. И да. Повседневная деятельность в том числе. Ну, приходишь в фитнес-зал, и первый, кого там видишь, вот, по моему залу точно, это росгвардейцы, которые самые неистовые тренирующиеся в зале. А, кстати, есть ли поощрение за высокие спортивные показатели? Да, конечно. Мы не Министерство обороны, где есть прямо отдельная статья, как говорится, по поощрению. Но у нас тоже есть поощрение. У нас поощряют, как говорится, кубками, медалями. Иногда премиями. Вот. Недавно состоялся у нас в Новоуральске чемпионат Уральского округа, где Росгвардия принимала участие, ну, то есть по Росгвардии. И как бы команда «Хмао Югры» тоже проявила себя в лыжных гонках, заняла третье место. Я тоже принимал там участие, в том числе. С нами был наш земляк, чемпион мира Сергей Устюгов. Он приветствовал всех, было открытие торжественное. То есть такие моменты тоже имеют место. Здорово. Здорово, отличная служба, отличная и очень нужная у вас работа. Спасибо за информацию. Движемся дальше, точнее вернемся к нашему предыдущему спикеру. Редактор мне подсказывает, что связь у нас наладилась. Никитин Александр Анатольевич, Центр Спас Югория. Давайте попробуем еще раз выйти с вами на связь. Приветствую вас. Добрый день. Все, отлично вас видим, отлично вас слышим. Все-таки каким этот уходящий 23-й год выдался для вашей службы? 23-й год не был простым годом, как и предыдущие годы. Всего было службой осуществлено 859 выездов. Сюда включаются и ДТП, и поисково-спасательные работы в природной среде, на водной акватории, лесные пожары, городские пожары. В общем, все возможные ЧП, которые могут произойти. Всего было спасено 199 человек. Ну, помимо службы, вернее, задач, которые обычно выполняют спасатели Центра Спаса, в этом году принимали активное участие в доставке гуманитарной помощи в зону СВО во всех направлениях, по всей линии фронта. Всего было задействовано 22 человека. И, ну, если так сказать, что автомобиль, который доставлял помощь, в сутки проделывал путь примерно от 700 до 1000 километров. Ну, вот такой год. Да. Напряженные, да, не поспоришь. Добровольные пожарные объединения, работа с ними. Понятно, что у вас при всем там и укомплектованности, и кадрами, и техникой, без добровольцев, без помощников вам никуда. Давайте чуть-чуть поподробнее вот как раз на этом аспекте остановимся. Ну, добровольные спасательно-пожарные формирования, конечно, оказывают большую существенную помощь. Ну, взаимодействие с ними налажено, как бы увеличивается количество людей там на поисках где-то, да, и как бы уменьшается время
поиска и оказания помощи людям, находящимся в каких-то трудных ситуациях. Ну и самое, я как понимаю, такой вот важный момент такой, что у нас между службами нет конкуренции, что кто-то... Есть такое понимание, что мы выполняем общее дело. Кто бы ты ни был доброволец, да, или ты работник какой-то службы специальной, да, делаем общее дело, чтобы оказать людям помощь. Ну, волонтеры и добровольцы – это хорошо. Конечно, да, конечно. Вот если говорить, возвращаясь к итогам 2023 года, вот лицо, как бы вы коротко характеризовали, каким он оказался по происшествию? Вот с чем чаще всего вам пришлось работать в этом году? В год он... Работы, которые в году, как бы, да, они зависят от времени года, и поэтому нельзя сказать, чего было больше, чего было меньше, как бы, зависит от сезона, от погоды. Если летом, осенью, это больше поисково-спасательной работы в лесу, потому что люди там идут за грибами, за ягодами, да, и вот приходится очень часто выезжать на такие работы, на поисковые. Когда начинается зимник, холодно становится, то это эвакуация зимников, людей, поиски, также рыбаков, кто-то проваливается на снегоходах. Ну, такая специфика работы. ДТП, ну, не зависит от времени года. Ну, может быть, весной, осенью, когда скользко, происходит больше работ. Ну, больше выездов на ДТП. В общем, каждое время года, погода, она вносит свой, как бы, такой... Не дает вам засидеться, это точно. Да, 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 да. Ну, как бы есть своя специфика. Как вот сейчас эти дни гололедные, я понимаю, что у вас работа опять выше крыши. А как вы ведете работу с населением? Там профилактическая работа, вот, она у вас ведется? Разъяснительные и так далее. Ну, у нас очень активно в нашей службе ведется работа с детьми. Это взаимодействие со школами. Мы приглашаем школьников в нашу организацию, они приходят в наши, прямо в наше место расположения, где мы живем, где мы в наш гараж, если наша техника, показываем снаряжение, оборудование, показываем фильмы различные, обучающие. Также посещаем школы, проводим лекции с детьми. В общем, с детьми идется хорошая работа. Если ты ребенка научил, да, потом он, когда станет взрослым, уже с ним будет меньше проблем. Ну и также, я думаю, тоже важный такой момент. Это вот как бы работы профилактической с населением, когда мы находим людей где-то там заблудившихся, потерявшихся. В основном у всех есть смартфоны, да, и мы объясняем людям, что сейчас есть много приложений, что можно установить разные там навигаторы в телефоны, да, и как бы вот облегчить себе задачу жизни, как бы, да, и службам тоже облегчить. Которые там навигаторы, которые рисуют треки, там есть компасы. Ну, тоже такой вроде кажется мелкий, но тоже важный момент, который тоже облегчает работу и помогает людям, ну, справляться, как бы, с какими-то там сложностями. Да. А сколько бы ни было техники и какой бы навороченной, все равно все приходится разгребать вам и вашей службе в том числе. Все последствия. Заглядывая в 2024 год, в следующий, какие-то прогнозы вы делаете? Будет ли он сложнее? Такой же, как 2023 год? Какие планы? Ну, наверное, сложно делать. Не самая благодарная такая задача, да, строить прогнозы. Но надеемся, что работы будет меньше, потому что... Не потому что мы не хотим работать, да, потому что если у нас меньше вызовов, значит, у всех все хорошо, значит, меньше проблем у людей, сложностей. Поэтому хочется надеяться, что будет все-таки... Все, год пройдет более мягко, успешно, да, как бы у всех все будет хорошо. Это да. Вот и абсолютно искренне к вашим словам и прогнозам на 2024 год присоединяемся. Спасибо. Мы движемся дальше. С нами на связи Станислав Геннадьевич Тышкевич, заместитель начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Югре. Не первый раз эта служба у нас в эфире. Всегда рада вас видеть и слышать. Приветствую вас. Статистика уходящего года по вашему профилю. Здравствуйте. С начала года на водных объектах Югры произошло 63 происшествия. Аналогичный период прошлого года 57 происшествий, в которых погиб 51 человек. Из них трое несовершеннолетних детей. Аналогичный период прошлого года 43 происшествия, из них 6 несовершеннолетних детей. Рост происшествий и гибель людей
на воде по сравнению с прошлым годом составил 10% и 16%. Соответственно, гибель детей снизилась на 2%. Зарегистрировано 18 происшествий аварий с маломерными судами, в которых погибло 15 человек. При происшествиях на водных объектах спасено 19 человек. А вот если взять сейчас наступивший зимний период, ситуация и статистика по безопасности на водоемах в зимний период? Статистика такова. В зимний период произошло 10 происшествий, в которых погибло 7 человек. Спасено 2 человека. Граждане пренебрегают правилами безопасности на водных объектах и выходят на неокрепший, на небезопасный лед, вследствие чего происходит происшествие. Да, к сожалению, да. Какую бы разъяснительную работу вы не вели, и мы с вашей помощью не вели, все равно, к сожалению, статистика очень тревожная, и в зимний период в том числе. Вчера оперативно-дежурной сменой единой диспетчерской службы УРАЭ с помощью камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» выявлен факт выхода рыбака на лед реки Канда. В связи с установлением погоды с положительными температурами и дождем, лед теряет свою прочность и существует явная угроза провала при выходе на лед водоемов. Для предотвращения несчастного случая были привлечены несколько служб города. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении. Это вот из ленты новостей. Вот насколько часто происходят такие случаи? И часто ли вы используете те же камеры видеонаблюдения в своей работе? Такие случаи происходят. Камеры «Безопасный город», если фиксируют данные происшествия, сразу же передают на все дежурные службы. Так как было и в этом случае, все службы отреагировали вовремя. Города Урая на гражданина был составлен административный протокол в соответствии с постановлением правительства Хмао-Югры 241-П. Это безопасно для перехода, является лед зеленым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров. В соответствии закона Ханты-Мансийского автономного Югры об административных правонарушениях номер 102 ОЗ. Это нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Протокол составлен сотрудниками органами внутренних дел, после чего передан на рассмотрение в административную комиссию. И данный гражданин был привлечен к административной ответственности. Вот если обобщить, какую ответственность несут нарушители и какие меры наказания чаще всего вами применяются? Ну, в соответствии данной статьи влечет наложение предупреждения или наложение административного штрафа на граждан от 300 до 1000 рублей, на должностных лиц от 1000 до 3000 рублей, на юридических от 3000 до 5000 рублей. И не могу не спросить, вот как меняется система наказаний, сказывается ли увеличение штрафных санкций на количестве тех же самых нарушений? Безусловно, санкции повышаются, штрафные, люди все-таки начинают меньше нарушать и не пренебрегать правилами безопасности, потому что и финансовые средства все-таки немаловажно важны. Да, это мировой опыт, и он показывает, что да, чем жестче наказание, тем меньше нарушений. Это, финансы собственные, они заставляют задуматься. Будут ли изменяться в правилах работы вашей службы, в ответственности за пользование судами и нарушениями в новом году? Безусловно, ведется улучшение, совершенствование нормативно-правовых актов. Это и улучшение государственной инспекции по маломерным судам, это улучшение материально-технической базы, это совершенствование и проведение учебных методических сборов сотрудниками государственной инспекции. Все службы, которые до вас сейчас со мной общались, обязательно останавливались на этом аспекте, и я и вас про это же спрошу. Как работаете с жителями по профилактике нарушений?
В ходе патрулирования инспекторами ГИМС проводятся беседы, раздаются листовки. Также проводятся лекции в образовательных учреждениях на тему обеспечения безопасности людей на водных объектах. Также размещается информация на сайтах муниципалитетов через средства массовой информации. Инспектора ГИМС проводят профилактическую работу через доступные мессенджеры, через родительские комитеты. Доводится информация по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Хорошо, понятно. Спасибо. Хорошего вам финала года и спокойного следующего года. Мы движемся дальше. И с нами на связи Полина Фурсова, старший координатор поисково-спасательного отряда «Югра», город Ханты-Мансийск. Приветствую вас. С какой целью все-таки был создан ваш отряд, если так обобщить? Добрый день. Я рада приветствовать всех коллег-спасателей, также слушателей. Поисково-спасательный отряд «Югра» Ханты-Мансийск создан для... Ну, надо для начала сказать, что мы достаточно молоды, нам всего 3 года. Мы образованы в декабре 2020 года. Основной задачей нашей является это помощь спецслужбам, правоохранительным органам в помощи без вести пропавших людей. То есть, как правило, на поисково-спасательные мероприятия, если спецслужб – это там несколько человек, несколько единиц техники, то в течение часа добровольцев-поисковиков может там, порядка 20-30 и порой 40 оперативно выехать на поисковые мероприятия. Вот ваш отряд кого объединяет? Как становятся спасателями в конце концов? Ну, с юридической точки зрения, это поисковиком-добровольцем может стать любой гражданин, достигший 18-летнего возраста. А вообще, кого объединяет наш отряд? Это люди разных профессий, конфессий. Ну, пожалуй, одно, что нас со мной объединяет, это... Ну, как бы рвение, скажем так, то есть позитив, бескорыстие, самоотдача, то есть это такой вот объединяющий фактор. Как нам попадает? Ну, собственно говоря, когда мы объявляем поисковые мероприятия, мы распространяем информацию там и через мессенджеры, и в соцсетях, иногда приглашаем, зовем в помощь добровольцев, ну, то есть любых граждан, и, соответственно, они к нам присоединяются, побыть с нами на одном мероприятии, поучаствовать, кто-то вовлекается, кому-то становится интересно, и они остаются с нами. Кто-то просто за нами наблюдает через те же соцсети, им становится интересно, они хотят помогать, выходят на нас, и так, собственно говоря, мы обрастаем новыми добровольцами, новыми поисковиками, собственно говоря, вот так попадают. Те, кто вливается в ваш отряд, проходят ли они какое-то предварительное обучение? Ну да, безусловно, на поисково-спасательное мероприятие никто не выйдет без краткого инструктажа. Старшие поисковые группы обязательно проводят инструктаж, техника безопасности в первую очередь, поскольку мы так или иначе несем ответственность, в том числе и уголовную, за тех, кого мы привлекли. А далее, если добровольцы хотят остаться в нашем отряде, у них всегда есть возможность обучаться, как получать теорию, так и практику. Мы достаточно крепко сейчас уже стоим на ногах где-то и можем себе позволить самостоятельно обучаться. Обучая добровольцев, собственно говоря, в 2023 году у нас был такой опыт. Мы провели, дали теоретический хороший материал, практический материал добровольцам. И также мы плотно сотрудничаем с флагманами, скажем так, поискового отдела. В Российской Федерации у нас много поисковых отрядов, которые более 10 лет занимаются поисковой деятельностью. Мы у них также берем курсы и теоретические онлайн. Они достаточно внушительные, затяжные, до нескольких месяцев, порой до полугода. И также практика возможна, то есть это выезды на совместные какие-то поисково-спасательные учения, которые тоже достаточно такую хорошую базу дают. Собственно говоря, вот так мы обучаем. Кто и как обращается к вам за помощью? И в целом, каким для отряда выдался уходящий 2023 год? Обращаются все те, кто, ну, как бы это банально не звучало, нуждаются в помощи, то есть те, у кого пропали родные и близкие, независимо, это городская среда, либо это лесной массив.
каким выдался, но, пожалуй, как всегда, насыщенным, как на поисково-спасательные мероприятия. На сегодняшний день у нас было 90 поисков. Ну, помимо поисково-спасательных мероприятий, мы плотно занимаемся профилактикой, мы общаемся с ребятишками в дошкольных образовательных учреждениях, вообще образовательных учреждениях, с родителями, то есть рассказываем правила поведения в лесу, что нужно, что необходимо брать с собой, как нужно себя вести. То есть мы ведем такую достаточно плотную работу. В том числе 2012 год был чем знаковым? Тем, что мы в 2023 году стали победителем гранта губернатора Югры, получили грант, успешно его реализовали, приобрели необходимое оборудование, обмундирование, что позволит, собственно говоря, любого добровольца, любого желающего оснастить, то есть обучить и, собственно говоря, пополнить ряды нашего отряда. У нас всегда активная деятельность, мы обрастаем новыми людьми, новыми добрыми людьми, поэтому... Да, это точно. Самый сложный случай года? Ну, пожалуй, самый сложный случай. У нас были поисковые мероприятия молодого человека. Он сложен был тем, что он был затянувшимся на протяжении нескольких месяцев. Заявка поступила о его поиске в мае месяце, но обнаружен он был только в июле 2023 года. Причем поисковые мероприятия были в лесном массиве, но в рамках города Ханты-Мансийска. К сожалению, без вести пропавший был найден мертв. Ну, пожалуй, это самое такое затяжное, самое сложное. Вот по опыту вашей работы, чрезвычайной ситуации, с которыми вам приходится работать, результат исключительно обстоятельств или все-таки доля вины самого человека тоже присутствует? Я полагаю, что больше, конечно, фактор – это именно... Порой отсутствие ответственности человека за свои действия, за свою жизнь. Здесь не обстоятельства. Крайне редко бывает форс-мажор. Это именно потому что порой, в частности, если мы говорим про поисковые мероприятия и лесной массив, человек просто уверен в своих силах. То есть я уже 30 лет хожу этой тропинкой за одними и теми же грибами и ягодами, но вот на 31-м году что-то произошло не так. Поэтому нужно всегда помнить элементарные правила поведения. Ничего сверхъестественного и нового мы никогда не рассказываем, все достаточно просто. То есть это обязательно рассказать родным и близким, куда вы уходите. Это заряженный телефон, бутылка воды, все очень просто. Но люди иногда надеются на авось, не думают, и, собственно говоря, происходит беда. Да, и одной фразой, что посоветуете югорчанам, чтобы наступающий 24-й год не был омрачен чрезвычайными ситуациями и происшествиями? Надо беречь себя, своих близких, и нести ответственность за свои поступки, за своих близких, в частности, за деток. Спасибо, Полина, и за вашу работу, и за то, что нашли время поучаствовать в нашем эфире. Движемся дальше. Шевцов Иван Петрович, директор базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, с нами на связи. Приветствую вас. Все лето охотились за вами, всю осень охотились за вами, и вы никак не могли выйти к нам в эфир, потому что очень много работы было, понятно. Сейчас поспокойнее, очень рады вас видеть и слышать. Что сегодня представляет собой ваша служба? Ну, я бы сказал в начале своего выступления, что для нас сегодня такое хорошее неспокойствие. То есть год был, конечно, сложный, но когда называется так, к концу года пришли финансовые потоки, и нам предоставилась возможность погасить эти задолженности перед субъектом и перед авиацией, это приятные такие, так скажем, волнения у нас было. А сезон характеризовался, конечно, очень сложный. Я бы сказал, наверное, один из сложнейших сезонов моей жизни, как бы такой долгой, так сказать, работе, в которой я нахожусь на посту более 40 лет. Вот. Поэтому своеобразный год. Это по количеству пожаров, по площади пожаров. Но если сравнивать площадь с предыдущим годом, то площадь снизилась, конечно, в 4 раза. Но за этим что стоит? Что активно у нас привлекалась, работала авиация. Это как и тяжелый вертолет Ми-26 СВУ-15, также легкие, более легкие вертолеты
Ми-8 АМТ, К-32, именно по сбросу и доставке воды к лесным пожарам. Пожары происходили в основном в удаленных местах, это как Березовский район, Белоярский район, соответственно, Октябрьский район, Советский район, это западная и южная территория Ханты-Мансийского округа. Беспокойство вызвал вначале Кандинский район, это южная территория Ханты-Мансийского района, где мы успешно справились, это начало, конец июня, начало июля, а потом началось лето для наших северных районов и продолжалось, можно так сказать, до середины сентября. Абсолютно экстремальный, да, сезон был, не поспоришь с вами. Успею спросить, вот система мониторинга и раннего обнаружения природных пожаров в регионе внедрена в работу в этом году с использованием видеокамер. Вот какова эффективность нововведения по опыту вашей работы уже? Ну, я могу отметить, что эта система камеры в основном находится вблизи населенных пунктов. Поэтому они не обеспечивают сегодня раннее обнаружение удаленных наших пожаров. И пожары это были в основном удаленные. Те пожары, которые были в Кандинском районе в какой-то степени, недалеко от населенных пунктов, камеры мы видели, но их обнаруживали уже авиация. У нас единственный пожар, который был обнаружен, именно камера, это Нижневартовский район, который успешно, это ландшафтный даже пожар. А остальное, пожары, ну, это связано с тем, что все-таки, коль пожароопасный сезон был очень такой суровый, самолеты, вертолеты летали, и все это верхом мы, конечно, обнаружили и пытались своевременно, эффективно эти пожары потушить на малых площадях. Понятно, конечно, не... да. Как готовитесь к следующему пожароопасному сезону? Ну... Есть чем, по, так сказать, что у нас все получается. Да, мы уже провели опережающие торги по найму воздушных судов. Это по мониторингу, то есть по обнаружению, малую авиацию отыграли. Частично отыграли это по тушению ландшафтных пожаров уже. Почти все аукционы провели. И также будем в начале, после прохождения этого нашего Старого Нового года, начнем в 2024 году проводить торги по найму воздушных судов именно по тушению лесных пожаров. Также большой ремонт провели техники, это бульдозерной, тракторной техники. Большой объем также происходит у нас закуп парашютно-десантного снаряжения, это купола. Впервые у нас в системе, даже можно сказать такой знаковой, это... В 2023 году мы закупаем впервые как бы в системе авиалесоохраны России, отмечаю, не только как в субъекте, а в России применяется система, будет новая система «Кентавр». Мы закупаем 25 куполов, где-то в какой-то степени, ведь нагрузка та, которая присутствует сейчас по закупу парашютной системы, лесник третий, наверное, уже на рынке не так достаточно, поэтому приходится переходить на новую систему. Иван Петрович, да, очень много у вас информации, я понимаю, и мы вас давно не видели. Да. Поставим многоточие, сказать, что... да, и весной вернемся к этому разговору, вы нам расскажете о том, как реально подготовились и будете спасать Югру в 2024 году. Спасибо вам за вашу очень нужную работу. Спасатели Югры – надежный щит безопасности северного региона. При этом добровольчество и поддержка служб жителями округа, как показывает практика, и сегодняшние выступления наших экспертов многократно увеличивают эффективность защиты жизни, имущества, спокойствия и благополучия общества. Спасибо экспертам за участие, а зрителей призываю не переключаться. После короткой паузы еще много интересного и полезного.
В Югре открыли первый семейный МФЦ. Наш регион вошел в число пилотных территорий по созданию таких центров. Большинство документов и справок, подтверждающих права на получение пособий и льгот, сотрудники центров могут запрашивать без участия самих граждан в режиме одного окна. К запросам каждой семьи планируют подходить индивидуально, с изучением ситуации, разработкой программы предоставления соцуслуг и консультациями профильных специалистов. Пока мама и папы заняты делом, детям не придется скучать в очереди. Для них обустроена сенсорная комната и доступны различные мастер-классы. Также на базе семейного МФЦ работают детские семейные психологи. По оценкам сотрудников центра, в течение дня его смогут посетить до 150 жителей Югры. Такой же МФЦ весной откроют в Сургуте, а затем и в других населенных пунктах округа. Семейные многофункциональные центры – это следующий новый этап в развитии социальной работы с семьей с детьми. Когда многое, что уже наработано, аккумулируется в одном пространстве, плюс привлекаются ресурсы коллег из других ведомств, которые тоже работают с семьей, но по-другому. Житель Югры, он получит в первую очередь, в моем понимании, расширение перечня ситуаций, когда он вправе рассчитывать на государственную поддержку, помощь и участие. Второе. Существенно сократится время между появлением ситуации и откликом, то есть получением того, чего ты хочешь от государства в этой системе. Мы сокращаем дистанцию и расширяем диапазон. 22 населенных пункта Югры посетила поликлиника на колесах. Врачи мобильной бригады подводят итоги осенне-зимней навигации в удаленные поселения. Передвижная поликлиника проехала по Нефтеюганскому, Кандинскому, Ханты-Мансийскому и Нижневартовскому районам. В составе бригады работали врач общей практики, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, хирург, рентгенолог и другие специалисты. В короткие сроки жители сельских поселений смогли пройти узких специалистов и необходимые процедуры. Особенно востребованы ультразвуковые исследования. Чаще всего у пациентов диагностировали опистархоз, мочекаменную болезнь, воспалительные процессы, патологии щитовидной железы. При выявлении недугов доктора направляют на дообследование в районные больницы или окружные центры. Добавлю, медицинскую помощь от врачей передвижной поликлиники в этом сезоне получили более 3000 человек. Каждая третья клиника Югры попала в программу модернизации первичного звена здравоохранения. О планах сообщил в своем телеграм-канале директор окружного депздрава Алексей Добровольский. До конца 2025 года планируется завершить строительство 7 объектов здравоохранения. В их числе участковые больницы в Приобье и Кедровом, поликлиники в Пойковском и Кандинском, врачебная амбулатория в Луговом и ряд других объектов. Реконструируют терапевтическое отделение поликлиники Югорской городской больницы и поликлиническое подразделение Федоровской горбольницы. Также в Югре планируют отремонтировать 17 учреждений здравоохранения, расположенных в том числе в Пионерском, Радужном, Урае, Линторе и других населенных пунктах. 2600 тонн гуманитарной помощи в этом году отправили югорчане на Донбасс. В эти дни в Сургуте упаковывают последние в этом году партии коробок для жителей освобожденных территорий. Объемы отсылаемых грузов за этот год выросли более чем в два раза. К работе, как говорят в гуманитарном добровольческом корпусе региона, подключаются все больше людей. Так, только работники сургутской администрации за этот год собрали для линии боевого соприкосновения более 800 коробок добра. Сейчас добровольцы собирают посылки как для бойцов СВО, жителей Донбасса, так и для раненых солдат, которые находятся в госпитале Ростова-на-Дону. Югра взяла под патронаж больницу. Сейчас там работают югорчане, которые помогают медикам в уходе за ранеными. Для них собирают перевязочные материалы, медикаменты и вещи. И мы продолжаем прямой эфир телеканала «Югра». Информационная картина дня, события, люди, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание. В Югре с 25 декабря запущены ледовые переправы и автозимники, чтобы жители могли добраться в отдаленные населенные пункты. Зимники обеспечивают доступ в поселки и села региона примерно до конца апреля следующего года. А в Югре общая протяженность дорог составляет 2461 километр.
том числе это 23,5 километра ледовой переправы. Подробнее о том, как будут работать зимние дороги и переправы, расскажет Воронцов Александр Иванович, начальник отдела эксплуатации компании «Северавтодор». Приветствую вас. Почти 2500 километров такая протяженность у зимников в этом году. В какие населенные пункты можно будет попасть по этим дорогам? Здравствуйте. Транспортная схема межмуниципальных зимних автомобильных дорог, она охватывает практически весь округ. Единственное, нет зимних автомобильных дорог в Нефтеюганском районе. По данным дорогам можно попасть как на правобережье реки Обь, в Ханты-Мансийском районе, в Октябрьском районе, где нет круглогодичного сообщения транспортного по автомобильным дорогам. Березовский, Белоярский район, а также Кандинский район, южная часть его. Добавились ли в этом году новые направления? В текущем году добавилась одна зимняя автомобильная дорога. Это от 98-го километра автомобильной дороги Иртыш, Ханты-Мансийск-Горноправдинск до причала Цингалы, общей протяженностью 12,5 километра. Ну и, конечно же, вот такая нестабильная погода в этом декабре, были и минус 40, и сейчас там, да, плюс 2. Как справляетесь с такими сюрпризами? Мешают ли погодные условия открытию зимников? Конечно, погодные условия очень сильно влияют на строительство зимних автомобильных дорог, на их ввод, эксплуатацию. Так, при строительстве зимних автомобильных дорог сильные морозы сказываются на работе техники, дорожных рабочих. Оттепели не позволяют своевременно и быстро намораживать ледовые переправы. При этом в текущем сезоне ловили каждый момент благоприятных погодных условий. Работали практически круглосуточно, что позволило своевременно в установленные сроки ввести все зимние переправы. Однако теплая осень и поздний ледостав не позволили нарастить лед на больших переправах той толщины, которая хотелось бы к данному времени. Работы будут продолжаться, грузоподъемность нарастим обязательно. А вот такие оттепели, конечно, погода дурная, и нельзя этого не учитывать. А при какой погоде, при какой аномалии эти зимники вы ставите на стоп, нельзя по ним передвигаться? Или кратковременное потепление на работе не сказывается? Потепление, конечно, сказывается на зимних автомобильных дорогах, так как основой покрытия является снежное покрытие, снег. При потеплении он разрыхляется, идет разрушение его активное. В такие периоды стараемся ограничивать грузоподъемность транспортных средств для того, чтобы обеспечить как минимум проезд легкового транспорта частного, либо пассажирского, экстренные службы, чтобы могли проезжать. Понятно. Спасибо. Да. Да. Полный запрет, как правило, не вводится только в крайних случаях, когда уже невозможно обеспечить безопасность. Конечно. Понятно. Спасибо. Пусть погода, да, благоприятствует дорожникам и всем автомобилистам без происшествий встретить Новый год. Спасибо еще раз. Движемся дальше, но тему продолжаем. Потому что погодные аномалии в Югре обсуждают не только дорожники, но и сами жители региона. Декабрь выдался насыщенным на сюрпризы. То минус 42, то плюс 2. Вот к чему готовиться в новогоднюю ночь? К крепкому морозу или комфортным там минус 15 градусам? Пожалуй, самый обсуждаемый вопрос у югорчан здесь и сейчас. О том, смогут ли пойти кататься на горках после курантов местные жители –
или надо остаться дома из-за морозов? Уточним у нашего постоянного синоптика Татьяны Юрьевны Соколовой. Приветствую вас. По наблюдениям вашей службы, вот этот декабрь стал ли аномальным и рекордным на такие резкие перепады температур? Здравствуйте. Если подытожить, декабрь в этом году в целом оказался по температурному режиму около и ниже нормы на 3 градуса. То есть первая, вторая декада была у нас самая низкая, ниже нормы температуры наблюдались, а 3 декабря уже наоборот выше нормы температуры наблюдались. Поэтому и в целом, если взять, то округлить, то получается около и ниже нормы. В общем, температура вот у нас оказалась. Uh-huh. Вот, такие потепления у нас связаны с перестройкой высотных потоков, в результате чего вот на территории округа стали поступать порции теплой и влажной атлантической воздушной массы. Вот. Но это тепло у нас сохранится недолго. Уже с 27 числа мы ждем понижение, постепенное понижение температуры воздуха. Температура ночью будет понижаться примерно до -10, -15 градусов. А уже к новогодней ночи дальнейшее понижение температуры и будет до -26, -31 градусов новогоднюю ночь, в общем, ждем. И небольшие осадки будут отмечаться в виде небольшого снега. Uh-huh. Вот. Будет немножко ветрено еще. Поэтому теплее одевайтесь новогоднюю ночь. Однозначно. Все-таки возвращаясь, плюс в декабре в Югре, в наших краях, это норма или это абсолютное исключение? Нет, это не редкость в Ханты-Мансийском автономном округе. Если смотреть вот по ближайшим датам, то такие положительные температуры наблюдались еще в 2003 году, в 2009 году и в 2021 тоже такие вот положительные температуры были. Вот, все-таки, да, ничего экстраординарного мы не наблюдали в декабре этого года. Ну, с одной стороны, это даже и приятно. И еще раз про самое важное. Какой ожидается погода в новогоднюю ночь и в новогодние каникулы? В новогоднюю ночь у нас будет морозно, в пределах 25-30 градусов минус. А дальше в первой пентаде января по предварительному прогнозу на январь ожидается повышение температуры воздуха до -13-18 градусов, а днем -7-12 градусов будет. То есть ждем потепления в новогодние праздники, Не замерзнем. Новогодние каникулы будут горячими во всех смыслах. Спасибо большое за очень актуальную информацию. Мы движемся дальше. Тема Нового года не отпускает. В преддверии праздников в Ханты-Мансийске стартовала акция «Рюкзак добра». Она придумана специально для тех, у кого нет возможности встретить приближающийся праздник за накрытым семейным столом. Инициатива принадлежит кураторам кризисного центра «Фавор». Подробнее об акции расскажет руководитель центра Ольга Ложинцева. Приветствую вас. Что необходимо в первую очередь людям, которые остались без крова? Это предметы первой необходимости, сыпучие, кофе, чай, крупы, консервы. И еще мы всегда просим о средствах личной гигиены, о сменном белье, потому что тут уже нельзя использовать какие-то БУ вещи, да. И медицинские средства, но такие, которые допустимы. Йод, зеленка, бинты. Первой необходимости, если человек травмируется, чтобы он смог как-то себе самопомощью оказать без вызова медицинской помощи. Правильно ли я понимаю, что то, что вы сейчас перечислили, это как раз те вещи, которые вы сейчас собираете?
Да, все верно. Мы просим все это складывать в рюкзаки. Почему? Потому что когда человек к нам приходит, обращается за помощью, так вот сложилась ситуация, что по личному опыту как раз в новогодний период у нас очень большой наплыв людей, и мы не можем разместить всех, либо наши условия, а у нас запрещено курить и пить, не всем подходит, да, и в этом случае, чтобы человек остался с чем-то, мы вручаем ему рюкзак добра, который поможет, если что, поддержать жизненно необходимые функции человека. А почему именно рюкзак? Ну, это же удобно. Люди, которые к нам приходят за помощью, это, как правило, такие путешественники, мы их называем, чтобы им было удобно носить и свое все добро, и еще какой-то НЗ, чтобы всегда было с собой. До какого числа продлится ваша акция? Акция продлится до 7 января, но, в принципе, весь зимний период мы принимаем эти рюкзаки, и они имеют актуальность весь сезон, потому что действительно наплыв очень большой, и помощь нужна очень многим. А в какой помощи еще нуждается центр и его люди? Ну да, это вот продуктовая помощь, это средства личной гигиены, все то же самое, что я описала, да? А куда обращаться югорчанам, если они готовы вам помочь? Мы находимся по адресу Пролетарская, 25. Центр работает круглосуточно. В том числе нужно обратить внимание, если вы встречаете на улице человека, которому явно требуется помощь, либо сказать адрес, куда он может обратиться, а еще лучше заказать ему такси, чтобы он наверняка сюда попал. Потому что не все доходят, у нас тут горка, и сейчас очень частые случаи именно травматизации, да, и несколько людей уже у нас находится, потому что как раз-таки сломаны конечности, и люди, имеющие какой-то доход, так скажем, разовый, лишаются даже этого шанса на жизнь и обращаются к нам, чтобы вот этот период пережить. Поэтому это не обязательно, да, как у многих складывается картинка маргинального типа люди. Нет, люди просто сейчас, многие бедствуют и оказываются в празднике вообще без средств к существованию. А как вот нуждающиеся все-таки вас находят? По каким каналам коммуникации? Ну, слава богу, мы живем в том городе, где социально ответственные люди, да, в основном это как раз сарафанное радио, люди подходят и говорят о том, что есть такой центр, звонят нам очень часто, социальные сети пишут, и мы всегда реагируем, то есть мы всегда выезжаем, когда нам сообщают. По крайней мере, даже человек, если отказывается поехать к нам жить, мы предлагаем, как мы еще можем, скажем так, поддержать, чтобы человек, ну, не просил денег, не сидел там в каких-то общественных местах, чувствовал себя более комфортно. Кому-то нужна медицинская помощь, но они там без документов и не знают, что им делать. То есть мы всесторонне поддерживаем человека, не только там рюкзак и все. Нет, кому-то нужен юрист, соцработник, врач. Это все здесь, это все про нас, все в нашем центре. А статистику какую-то ведете? Скольким вот людям вы оказали помощь за этот год, например? Ой, за этот год более 300 человек. Ну, у нас деятельность такая обширная, она все шире. Поэтому, да, более 300 человек. Если брать вот именно по бездомным, которые вот уже прям вот в базе бездомных, как у нас такая есть, это 80 человек здесь наших. Здорово, очень важную работу делаете. Спасибо, Ольга, и за работу, и за информацию. Мы движемся дальше. По праву можно назвать главным фруктом на Новый год мандарины. А для россиян эти цитрусовые больше, чем просто фрукт, согласитесь. Правда, новогоднее настроение и пользу стоит ждать далеко не от каждого оранжевого плода. Уже в эти выходные многие отправятся в магазины за продуктами к праздничному столу. Как их правильно выбрать, расскажет Хакимова Татьяна Станиславовна, начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Югре. Приветствую вас. На что обратить внимание при выборе мандаринов? Ну, в первую очередь обратить внимание на сам плод. Он должен быть кругленький,
правильной формы, не должно быть никаких заломов, кожура должна легко отделяться, ну, по крайней мере, ну, понятное дело, если мы в сетевых магазинах, чтобы люди это не делали, ну, он должен быть равномерно окрашенный и должен быть ароматный, вне зависимости от того, о каком сорте идет речь, вот эти вот основные, так скажем, четыре показателя говорят о том, что перед нами нормальный, хороший и, возможно, даже и безопасный плод. А что точно скажет о том, что мандарин не очень испорченный и лучше его не брать? Ну, в первую очередь, это наличие гнили. Признаки гнили, плесени, слишком мягкий на ощупь плод, слишком твердый или сухой. Кожура повреждена, имеются какие-то заломы, какие-то непонятные пятна. И ну, странный запах тоже будет говорить о том, что перед покупателем не очень хорошего качества плоды находятся. Да, которые да, в том числе хранились в неправильных условиях. Сейчас, особенно в предпраздничные дни, где только не продают эти мандарины. Все-таки где лучше всего покупать эти фрукты? В первую очередь, мы всегда об этом, Роспотребнадзор всегда об этом говорит и не устает повторять, и будем повторять, что не стоит приобретать фрукты в несанкционированных местах торговли. То есть не, особенно не у дорог, не на улице, не в лоточках, не знаю, не около магазинчиков, только потому что там вот все говорят, что там вкусный. Нет. Покупать мандарины, покупать фрукты, овощи необходимо в стационарных местах, специализированных торговых центров, которые оборудованы стеллажами, имеется вывеска, в которой работают продавцы. У торговой точки должна быть информация о том, кто там осуществляет деятельность, часы работы, и на продукцию должна быть оформлена непосредственно обязательно декларация о соответствии, которая будет подтверждать качество и безопасность данной продукции. Популярные у россиян мандарины с листочками вдруг стали антигероями соцсетей. Здесь активно обсуждается тема химической обработки этих мандаринов ради сохранения свежести вот этих самых листочков. Правда ли такие мандарины могут быть небезопасными? Ну, смотрите, хвостик с зеленым листочком, он не является показателем свежести. Вообще, вот эти вот листочки, которые сохраняют, их сохраняют для того, это маркетинговый ход, чтобы показать свежесть продуктов. Но тут важно понимать, что вот эти вот листочки, они мандаринового дерева, они действительно, в отличие от других растений, гораздо, так скажем, медленнее портятся. То есть это маркетинговый ход, который показывает тот факт, что вот перед нами свежий фрукт. Но не всегда вот этот вот листочек, он и говорит о том, что перед нами свежий фрукт. А тут, видите, тоже важно понимать, важно знать нашим покупателям и угорчанам о том, что чем светлее плод, тем у него кислее мякоть. Вот он показатель. А не какой там яркий хвостик у него, листочки там яркие, либо тусклые листочки. Это на самом деле не тот вот показатель, на который необходимо ориентироваться нашим покупателям. Спасибо, Татьяна. Теперь подкованный, правильно выберем любимое лакомство для новогодней елки. Спасибо, движемся дальше. Российский детский Дед Мороз появится в Югре. Каждый из ребят сможет стать Дедом Морозом или Снегурочкой и подарить праздник тем, кто в новогоднюю ночь и последующую выходную неделю не сможет полноценно отметить долгожданное событие из-за рабочих смен. Речь о пожарных, врачах, спасателях, работниках коммунальных служб, ветеринарах, волонтерах, курьерах, военнослужащих и всех тех, у кого график дежурств не зависит от праздников и выходных. Подробнее об акции расскажет Арина Менг, специалист по коммуникациям регионального отделения движения детей и молодежи движения «Первых в Югре». Приветствую вас. Все-таки какая главная цель у вашей акции? Добрый день. Да, вы все правильно сказали. Акция у нас запущена по всей России. То есть все 89 регионов сейчас участвуют, шагают по России, чтобы поздравить тех взрослых, которые в новогоднюю ночь будут работать. Это в акции в этой участвуют активисты движения «Первых», дети, которые своими руками делают милые подарочки, готовят маленькие концерты, стихи, песни и приходят к тем, кто будет работать в новогоднюю ночь. Здесь мы хотим, главная цель в том, чтобы
поднять новогоднее настроение взрослым, ведь мы, взрослые, чаще всего к этому относимся уже рутинно, а дети могут зажечь своей энергетикой, сделать настроение. Ну и вторая цель — это профориентационная, потому что когда дети приходят, например, в пожарную часть или в медицинское учреждение, им все равно там проводят небольшую экскурсию, знакомят со специальностями, и они уже могут для себя что-то подмечать, что им нравится, а что не нравится. Вот, например, у нас недавно в Ханты-Мансийске маленький Дед Мороз со Снегурочкой ходили в окружную клиническую больницу, где поздравили сотрудников отделения, которые будут работать новогоднюю ночь, и мы получили очень милый комментарий о том, что всегда под Новый год приходят поздравлять пациентов. Им было очень приятно, что пришли поздравить персонал. Здорово. Как и у любого волшебника, у детского Деда Мороза должны быть подарки. А что это может быть за подарки? Вот в этом случае, про который я рассказывала, в Ханты-Мансийске дети своими руками изготавливали броши. Например, в Урае дошколята рисовали открытки, ходили в пожарную часть, вручали открытки. В Октябрьском районе, в Андре, школьники пекли сами печеньки и дарили самодельные печеньки тоже в пожарной части. То есть это такие подарки, которые каждый ребенок может сделать своими руками. Например, вот еще в Кандинском районе ребятишки делали сами шарики новогодние и приходили, украшали елочку тоже в пожарной части. Кстати, вот пожарная часть, пожарные очень популярны для поздравлений у ребятишек. Конечно же, да. И сколько акция продлится и будете ли планировать на следующий год? Вообще акция у нас началась с 15 декабря и продлится она до 13 января, то есть вплоть до старого Нового года мы будем поднимать настроение взрослым. Ну и, конечно, каждый к ней может тоже присоединиться. Для этого важно сделать подарочек, сходить поздравить и выложить фото или видео пост в соцсетях с нашим хэштегом «Российский детский Дед Мороз», чтобы еще больше людей подключалось к ней. Ну и вообще, да, она ежегодная, поэтому в следующем году она тоже планируется. Отличная акция, здорово, спасибо. Движемся дальше. В одном из выпусков ноября мы рассказывали, как жители поселка Светлый Березовского района обнаружили замерзающим в снегу обитателя южных широт розового фламинго. Это единственный вид фламинго, обитающий на территории стран бывшего СССР. Он занесен в Красную книгу России. Неравнодушные югорчане подобрали птицу, обратились за помощью в окружной природнадзор. Далее специалисты ведомства и врачи филиала ветеринарного центра взяли у птицы необходимые анализы, убедились, что она здорова, и передали на передержку в эколого-биологический мини-зоопарк в Советском. Экзотическое гостье освоилась на новом месте. Фламинго отвели здесь отдельный вольер. Неравнодушным и к странникам, экзотам оказались наши соседи-ямальцы. Жители Ямала в эти дни спасли лебедя, пережившего экстремальные 40-градусные морозы. Кстати, птица пережила такие сильные морозы почти без последствий. И теперь до весны лебедь будет зимовать на Ямале под присмотром специалистов ветеринарной клиники. А вот такие неравнодушные северяне, и это неравнодушие, к счастью, распространяется на братьев наших меньших. И в финале пару минут на самое интересное из социальных сетей. В Новый год без настроения. У половины россиян нет новогоднего настроения, показал опрос «Суперджоп». В этом признались 45% респондентов, еще 9% имитируют радость ради близких. 15% не разобрались в себе и ответить на вопрос не смогли. Новогоднее настроение надо создавать с самим себе и со своими друзьями. Чем мы сейчас с вами в том числе и занимаемся, уважаемые югорчане. Югра в пятерке лидеров в итоговом рейтинге российских регионов по качеству жизни, социально-экономическому положению, материальному благополучию. Это подвели итоги года аналитики РИА. После Рождества еще одной святыней
Иные в Югре станет больше. В Нефтеюганский храм на вечное хранение передадут точную копию список иконы Божьей Матери, Млекопитательницы со святой горы Афон. Икону в храм митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел доставит к началу божественной литургии. В Нефтеюганске с 1 января вводится бесплатный проезд для школьников с 1 по 11 классы. Из-за потепления в Югре сильно страдают ледяные фигуры, которые уже успели установить на городских площадях. Так, в Нижневартовске отключили даже подсветку фигур, чтобы не ускорять их таяние. И жительница Федоровского поставила рекорд среди всего Сургутского района. Нине Захаровой 86 лет, и за год она прочла 669 книг, в большей степени отечественные детективы и исторические романы. Получается, она проглатывала по две книги в день. Вот какие югорчане. И это все, что я хотел рассказать вам, уважаемые югорчане, о нескучной югорской жизни в 23-м году. Такой неугомонный выдался он для всех нас. В четверг эфир проведет Юлия Самуэльсен. До встречи в новом году и отличных вам новогодних каникул.